Уютненький домик Гарфилда перевел, озвучил и сделал. Озвучили Ханта и Гарфилд. Она рассказала нам все. Не волнуйся, я сдержал слово. Она долго не страдала. Вот. Ты заслужил это. Каково это — играть предателя? Больше никаких игр в войнушку, теперь ты настоящий мужчина, солдат. Передавай мой нижайший поклон своему боссу, когда будешь дома. Десять дней назад мы получили доклад о том, что Пасс все еще жива. Она выжила? Я обнаружил белизийский рыбак, дрейфовавший в Карибском море. Так что за план? По-тихому, пока нас не скомпрометировали? Нет. У меня есть кое-что другое на уме. Наши друзья в Сайфере подозревают Пасс как двойного агента. Ее держали и допрашивали в лагере на южном мысе Кубы. Задний двор. Отлично. Кусок американского пирога на коммунистической почве, вне их юрисдикции. Грядущая инспекция главной базы как-то связана с этим. Слишком идеально рассчитана во времени. Ядерная инспекция ООН. Я предполагаю, они пытаются подкрепить утечку данных от ПАС. Армия без нации. Известия о наших возможностях просочились наружу, а чего мы заимеем целый мир, готовый нас приструнить, и то, что вовлечена американская разведка, это плохие вести. Но Сайфер, те, кто подослали к нам ПАС, первые на очереди. Она знает их истинное лицо. Верно. Пас — единственная ниточка, ведущая нас к Сайферу, и если она выжила, она нужна на нашей стороне. Oh.
Троянский конь внутри. Сей пират получит радушный прием. Пошли! То другая цель. Это должно быть Чико. Его держат в той же зоне, что и Пас. Последний радиоконтакт был 40 часов назад. Найди обоих. Верни назад живыми. Зайдешь на территорию с южной скалы. Обезопась Чико и Пас, а затем выйди на связь в точке рандеву. Мы отправили вертолет через границу Кубы. На главной базе ты будешь прямо к обеду. И, вероятно, ты не застанешь наших гостей. Только помни, что ты действуешь в одиночку. Политическая подоплека миссии означает, подмоги не будет. Ладно, мне нравилось проводить время в одиночестве раньше и теперь. Я прямо перед тюремным лагерем. Превосходно, Снейк. Годы не замедлили тебе ни на йоту. Заставил ждать, ха? Неиспользуемой части лагеря. Проберись внутрь и держи путь на северо-восток.